Ульяновске зарегистрирована первая официальная коллекторская организация. Пока таких только 45 по всей стране, и действуют они в 17 регионах. Юридическая регистрация коллекторской деятельности стала необходима после вступления 1 января 2017 года в силу соответствующего закона. Писание соглашения между первым официальным в регионе коллекторами и судебными приставами состоялось 3 февраля. Организацию внесли в федеральный реестр. Параллельно на нее были наложены определенные ограничения. Ограничивается количество звонков и общения с нашим клиентом. Но так как IT-технологии, они идут вперед, поэтому это было легко настроить в нашей компании. Официальные коллекторы не имеют права угрожать, вводить в заблуждение, применять по отношению к должникам физическое и психологическое воздействие. Запрещается также раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам. Должник имеет право отказаться от общения с коллектором. Коллекторские организации, которые останутся в тени и не будут внесены в реестр, подвергнутся серьезным штрафам до 2 миллионов рублей. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.